Мы себя реализуем не в одиночку. Просто индивидуальное предназначение, оно смысла не имеет. Мы не одни в этом плане, мы реализовываем свой потенциал вместе. А для того, чтобы вместе реализовать этот потенциал, надо понять, что такие же части этого большого потенциала, они имеют такое же самоосознавание, как и у тебя, и они имеют определенный предыдущий опыт, свою систему целеполагания. Эти картинки мира не просто могут отличаться, они обязательно отличаются как в целом, так и в деталях, и это круто, это как раз дает ключ к разнообразию и к выходу в пространство, в котором интересно, в котором не скучно, в котором есть творческая реализация, путем присутствия, принятия и проживания меняется, конечно же, мир вообще фундаментально. Ты начинаешь к нему по-другому относиться. И там, где было, казалось, там зло, какая-то неприязнь и так далее, ты видишь потенциал, возможности и добро. Приветствую, друзья. Мы сегодня, у нас для нас сегодня значимая встреча. Это встреча с врачом, автором системы открытого диалога, Дима Шеменков, наш товарищ, друг. Привет, спасибо, мы давно хотели встретиться друг друга и как не поймали нигде еще раньше. Мы в этом проекте исследуем тему предназначения с разных сторон. И ее как раз под разными углами развинчиваем. И вот хочется тебе задать вопрос. В твоем вот мировосприятии вообще этот термин существует? Ну, во-первых, он, конечно, существует, этот термин, вот, и единственное, что отношение у меня к нему довольно сложное, такое многоплановое, многогранное, потому что, с одной стороны, предназначение как некое ограничивающее свойство, например, оно не совсем у меня резонанс находит, то есть я скорее чувствую это более необычным образом, да, то есть предназначение однозначно есть, но оно динамично меняется. Вот, это первое. Потом второй момент, который играет важное значение, то, что в живых системах, вот если брать какую-то научную грань, это такое фундаментальное открытие академика Петра Кузьмича Анохина, одного из основоположников современной физиологии в нашей стране и в мире. Вот, фундаментальное открытие такое было, то, что в живых системах системообразующим фактором является результат деятельности. Но этот результат деятельности, он всегда находится в будущем по отношению к настоящему моменту, в котором мы рассматриваем любую сложную живую систему. И парадокс заключается в том, что в живых системах с физиологической точки зрения получается поток как бы причинности, он идет не из прошлого, не от стимулов к реакциям, а из результатов, которые находятся в будущем. Mm. В этом смысле вот эта глубинная суть предназначения, как нечто такого, что где-то находится там, и носит, как бы, и это там, вот это материальное некое, то, что там реализуется, материализуется, mm-hmm. оно носит характер в моменте настоящего информационной матрицы. То есть его еще пока не материализовалось, и это информация, которая программирует, определяет поведение живой системы и то, на что мы реагируем, и она как бы взывает через нас себя к жизни, вот в реализацию переводит. Поэтому в этом смысле вот предназначение для меня это очень глубокое понятие. Но при этом это не некая там скрижаля где-то записанная история, которую вот ты там только так пойдешь по этому пути и все. Нет, потому что я вижу варианты и возможности как одного порядка, то есть когда человек действительно вот он по колее попер и все, и варианты такие, когда человек может переходить между колеями, то есть угу, менять угу. вот эти составы поездов, двигаешься. То есть можно сказать, что для тебя предназначение это не о каком-то едином романе жизни, а это как будто множество новелл, которые... О Петре, о Маше, о Василии, да, не только роман, да. А вот для нас большая удача как раз пообщаться с человеком из мира науки. Я так понимаю, что когда мы находимся не на своем месте, и даже если на уровне сознания мы не осознаем, но тем не менее наша система все равно как бы, ну так, знаешь, люди там сутулиться, например, там у них все сыпется. И когда, наоборот, себя находят люди, они, наоборот, открываются и прям вау, у них такое мега-мощное поле становится. А что происходит с нашей системой на уровне вообще обмена веществ? Я так понимаю, что это кардинально две разные вселенные. Да, конечно, интересно, потому что вот уровень, условно говоря, там обмена веществ, там происходит много чего интересного, вот, но это скорее вторичные изменения по отношению к более глобальному, так сказать, контексту. Потому что, понятное дело, то, что если человек, допустим, имеет очень четкое чувство цели, вот есть у него внутреннее ощущение, то у всей системы организма, они слаженно работают над достижением этой цели, они синхронизируют друг с другом, и человек, он свободен от такого внутреннего напряжения, тревожности, от избыточного стресса.
И при этом люди, у которых есть вот этот захват цели, которые чувствуют очень сильно острую цель, они живут в 2,43 раза, у них смертность меньше. Mm-hmm. Недавно исследование Мичиганского университета показало больше, чем там 6900 человек выборка, по-моему, 6935 такая. В общем, это большая значимая выборка, почти 7 тысяч человек. Вот он показал то, что люди с конкретным чувством цели, они живут, риск смерти у них намного ниже, и причем влияние это превышает там демографические факторы, там лечение какое-то, пол, там употребление алкоголя, физическая активность, питание и так далее. То есть вот такое значение. То есть если у тебя есть четкое чувство цели, то этого, в принципе, достаточно, и это важнее, чем, не знаю, там, здоровый образ жизни или что-то там иное, то есть в плане здоровья, вот если говорить про здоровье конкретно. Поэтому, конечно, это сильно очень влияет. Вот. Но тут еще есть один интересный момент, вот этот феномен, связанный с тем, что человек, он не сам по себе в этом мире живет и действует. То есть человек, он является частью больших систем. Ну, то есть мы вообще не сами по себе в этот мир приходим, там, для этого требуется диалог между кем-то и кем-то. Ну, в общем, в любом случае, мы сами по себе не появляемся здесь. Вот в чем прикол. Ну, то есть, если я здесь оказался, все равно, ну, даже кто, да пусть это один родитель, все равно он меня произвел на свет, понимаешь? Вот, и в этом смысле внутренне мы либо как бы подключены к полю отношений, через которые мы приходим, мы можем себя реализовывать через это поле, либо нет. Либо мы не осознаем это подключение, либо, может быть, мы ему сопротивляемся, может быть, нас какое-то еще, да, то есть, потому что мы все равно всегда подключены к этому полю, вне зависимости от того, что мы там думаем на этот счет. Да-да. Да, но вот возможность реализовать свой потенциал и чувствовать себя в потоке жизни и понимать то, что я реализую свое предназначение, она вот непосредственно зависит, как мне кажется, вот от этой включенности и от целостности, от связанности между мною, допустим, и пространством метасистем, систем более высокого уровня. Поэтому да. Это ключ, да. Красиво. Знаешь, мы в какой-то момент жизни, мы с моей супругой Лу, вы знакомы, мы в какой-то момент стали отслеживать в моменте каких-то сложных ситуаций, мы вдруг отследили, что мы не обвиняем друг друга, а мы как бы начинаем просто раскапывать ситуацию, смотреть из того, что как бы я в этот момент чувствую и ощущаю. А потом нам рассказали про твою, про твой открытый диалог. Для меня это вот большая прямо ценность, если бы ты поделился вообще этим методом, этой системой, этой идеей. Да. Первый тезис, на котором это строится, на эволюционном процессе, на том, что мы себя реализуем не в одиночку. Наше здоровье, наши отношения, наша реализация в мире, какая деятельность, которой мы занимаемся, наша творческая реализация – это все процессы, в которых мы связаны с кем-то. Мы реализуем себя не сами по себе. И так сложилось в процессе эволюции, потому что миллиарды лет эволюции живых систем – это была эволюция систем, которые максимально приспособлены к выживанию. И так казалось, вот современные исследования показывают то, что максимально приспособлены к выживанию те, кто способны объединяться вокруг общих целей. И за счет того, что используют уникальный опыт и разнообразное представление о действительности, но вокруг общего результата деятельности, формируются метасистемы, которые способны к новым совершенно характеристикам и свойствам критично влияющим на выживание. И вот эта игра это наложила фундаментальный отпечаток на все живые системы, потому что в конце концов мы имеем дело с миром, который построен весь на сотрудничестве. То есть в отличие от распространенного представления о том, что эволюция – это борьба беспощадно за выживание, на самом деле эволюционный процесс, он, конечно, высококонкурентный, в нем побеждают системы, которые более эффективны, более сильны, но вот более сильны и эффективны те, кто умеют договариваться, объединяться вокруг общих целей, сотрудничать и, соответственно, коммуницировать друг с другом, могут сопереживать, эмпатически чувствовать друг друга. То есть вот парадокс такой. Слышу, что это и есть фундамент. Да. Это по твоей практике. Да, это и есть основа вообще самого себе открытого диалога, потому что, когда я понимаю, то, что я не один, у меня стоит следующий вопрос, мне нужно учиться взаимодействовать. Вот когда это становится как некая такая, ну, как некое уже предназначение такое становится человека, тут уже деваться некуда, начинаешь искать пути. Вот. Это вот первый такой важный шаг, понимание того, что все-таки дорога лежит туда. То есть она не лежит туда, чтобы убежать, свалить, сбежать из этих отношений. Вот я где-то окажусь там просветленный в горах и буду сидеть и там намедитирую, что-то такое. Ну вот нет. То есть вот путь, он туда идет в единство, какого-то синхронизации и так далее. И самое близкое, через что я могу познать мир, отличный от меня и выходящий за рамки моих представлений, это другой человек. И вот здесь возникает первый шаг уже практически в контексте открытого диалога. Он связан с тем, что результат
является системообразующим фактором, лежащим в будущем по отношению к системе, он программируется в основном для системы, системы более высокого порядка. То есть, например, я сейчас сижу и здесь говорю, и клетки мой организм, потому что у нас есть такая общая цель. А мы связаны с людьми, которые нас смотрят. И это нас программирует в свою очередь. То есть, и дальше понятно, окей, как бы в рамках этой модели кристаллической решетки мы уже можем делать все, что угодно. У нас есть свобода. То есть, вот я, например, я сижу, с тобой разговариваю, и да, я себя творчески свободно в потоке проявляю, но при этом я сижу здесь, и мы находимся в определенном контексте, связанном с этими людьми, которые нас смотрят. Слушай. То есть мы не одни сейчас. И вот в этом пространстве, которое, так сказать, детерминирует, дальше возникает уже свобода действия отдельных клеток и элементов. Так же, как и клетки. Они, пожалуйста, себя сейчас свободно проявляют, но в рамках ограниченного, вот, во-первых, социальным пространством и телесным. Да. То есть, вот, пожалуйста, да. И то есть получается, что системы более высокого порядка, они как бы программируют рамки того, в которых ты уже можешь там проявляться. И то, что используется в моей деятельности сейчас, на текущий момент, это предельно целесообразно по отношению к той цели, которая нас объединяет с нашими зрителями. И в этом смысле вот эта фокусировка внимания на том, что на тех информационных потоках, которые способствуют результату, это есть, скажем так, такое одно из важнейших физиологических свойств нашего восприятия. То есть, если перевести на более такой простой язык, цель определяет восприятие деятельности. И взаимодействуя друг с другом, люди видят мир абсолютно по-разному. Да. Вот. А для сотрудничества необходимо создать общую картину реальности, совмещенную модель. Калибровка. Да. Нас, к сожалению, этому никто не учил. То есть, вот мы в мире появились, в котором этого знания, его, оно, скажем так, оно есть. То есть, что, опять же, парадокс. Вот, допустим, когда я уже прожил это, я, конечно, оглядываюсь вокруг и думаю, блин, ну как я раньше не замечал, что оно знание это везде просто. Вот. В каждой книге, в каждом каком-то художественном произведении везде есть это знание, и все, что там в творчестве, в искусстве делается, это все вот про это. Про взаимодействие между одним и целым. Там, вот, то есть между частью и целым. Да? То есть вот все про это. Это и есть открытый диалог. И дальше он в разных традициях присутствует в разных формах, но стоит из одних и тех же элементов, которые необходимы. И первое – это отказ от насилия. Ну, потому что это разная цель. Потому что есть цель определять восприятие. И я захожу в диалог для того, чтобы уничтожить другого человека, то мы не сможем прийти к общей цели. Причем уничтожение другого человека может иметь форму, допустим, там, научения или лечения, или там, дачи совета какого-то. Там. То есть я хочу подавить, изменить этого человека с позиции там, правоты, считая, что он должен быть другим, он должен следовать тому, что я говорю, и делать то, что я говорю. Вот это тоже насилие форма. То есть, поэтому это вот первый такой шаг. Я понимаю то, что если я хочу прийти к общей цели именно с этим человеком конкретным, мне важно позволить ему свободу быть таким, какой он есть. Вот. И отсюда же следуют и следующие какие-то механизмы. То есть я у него не могу что-то там отобрать, допустим. Я не могу там сексуальное какое-то насилие в том числе оказывать в этом смысле. Потом и обманывать тоже не получается неправильно. То есть правильно я слышу, что это получается золотые правила общежития? Да, общежитие. Да. Общежитие. И понимая то, что ты не один, ты учишься договариваться. Причем не только с отдельными людьми, но ты начинаешь видеть за ними поля отношений, которые стоят. Потому что каждый человек, он тоже не сам по себе. То, что ты сидишь, говоришь, там, язык, на котором там, мы говорим, да, он запрограммирован той средой, той системой, частью которой мы являемся. Поэтому, когда мы разговариваем друг с другом, мы не просто говорим друг с другом, а это мир говорит с миром, понимаешь? Да. Как бы, как это можно не учитывать? Ну, то есть, только имея очень узкое представление о себе, глядя на себя со стороны своего предыдущего опыта и воспринимая себя через призму этого опыта, этих целей, я могу себя видеть отсоединенным. Но задача открытого диалога стоит в том, чтобы протянуть человеку руку и помочь ему выйти из этого состояния, увидеть мир другой, многообразный, многообразный мир. Не однообразный мир, когда у тебя есть один образ, тем более основан на предыдущем опыте, который лишь только воспроизводит себя самого. Потому что все мое целеполагание, которое я могу осуществить, если я привязан к своему предыдущему опыту, ориентирован на то, чтобы воспроизводить его. И в эту цель вписывать то, что происходит в мире вокруг меня. То есть стремить как бы мир, снизить его разнообразие, многообразие, какому-то однообразию, которое только мне подвластно и контролируется мной. Такой тоталитаризм своеобразный, внутренний. Но когда я понимаю, что с физиологической точки зрения это, собственно говоря, вполне себе нормально, то есть это не то, чтобы какая-то такая девиация сильная, то есть это просто особенность работы ума, то, в принципе, это тоже можно принять, и тоже можно это опереться и с этим работать. То есть не стоит задача взять там и трансформировать всех людей, которые в таком там заблуждении, условно говоря, находятся, потому что это тоже будет насилием.
Вот здесь скорее вопрос такой, как с ними наладить общий язык, исходя из тех систем координат, в которых они находятся, с тем, чтобы как бы проявить себя и позволить им проявить себя. И вот здесь включается полевой эффект, потому что системы более высокого порядка, они всегда мощнее, чем любые какие-то там, индивидуальные там, процессы, то, что там происходит. А, слушай, вот этим объясняется эта вот магия всех расстановочных процессов, ну, по Хеллингеру, да, да. Когда множество людей как бы вдруг в одну историю вовлечены и образуется некое пространство, которое само показывает все и рассказывает. Да, да, да. Так и есть, да, это полевой эффект. Метасистема образует, да, вместе все. Да, и здесь вот стоит вопрос, как это, собственно говоря, осознать в жизни. Потому что метасистема, допустим, по Хеллингеру это окей, это здорово, что это есть, потому что это действительно один из наглядных примеров, таких доказательств существования этих полей. Вот. Но как бы тут стоит вопрос, чем более глубокий, а как вообще не выходить из этого пространства, как, собственно говоря, непрерывно сохранять контакт, действовать угу. через него и осознавать его. То есть, можно еще поясню? Ну, вот, по сути дела, Хеллингер – это такой, ну, в общем, немножко театральный эффект получается, то, что смысл театра – это то, что со стороны диссоциированно можешь видеть, в принципе, как бы свою модель, да, и тебя там отпускает. Если драматургия правильно выстроена, то ты как бы катарсируешь как-то, угу. да. А ты сейчас говоришь про то, чтобы даже без помощи вот этих методов… Да. Можно в моменте бытовой жизни просто... Да, сохранять контакты, видение вот это, понимаешь? Это как будто бы вот ты живешь, вот мы продолжаем жить, например, мы сейчас, вот мы вроде как там трех-четырехмерные существа. Есть большие размерности в пространстве. То есть угу. и можно научиться осознавать угу. себя на этих больших размерностях. И качество жизни вот этой трехмерной реальности, угу. оно резко меняется, когда я начинаю себя осознавать в большей мерности. И качество действия, ну, вообще все меняется. И открытый диалог – это ключ к этому многомерному пространству. И как вот он работает? То есть первый, самый главный шаг – я понимаю то, что у нас разные представления о действительности. Mm. Это особенность целеполагания. То есть мои цели сформированы моим предыдущим социальным опытом. И я смотрю на себя и на жизнь через призму своего предыдущего опыта. То есть я как бы стремлюсь в основном оценивать то, что со мной происходит, на основании вот этого предыдущего опыта. И сталкиваясь с какими-то моделями, которые отличны от моей модели, у меня возникает оценка, как там, позитивная или негативная. Если это вписывается, если это похоже на мою модель, то я скорее там позитивно, допустим, буду оценивать. Если это не вписывается, то я буду там как какую-то неправильную модель оценивать. И при этом у меня будет все равно врожденное чувство и желание привести это к одному какому-то общему знаменателю. Но если я привязан к модели, основанной на предыдущем опыте, для меня потеря этой модели – это как угроза жизни. Потому что это угроза идентификации. И я буду стремиться до последнего пытаться внешний мир убеждать в том, что моя точка зрения правильная. Знаешь, как сейчас увидел такой образ, что два таких мыльных пузыря встречаются, и этот там мой пузырь со своими да. представлениями, пониманиями, ну вообще со всем этим, с твоим они так взаимодействуют, трутся, и если мы как бы входим в какой-то друг другу удобный, то у нас получается, вот мы так обогащаемся. Да. А если в какой-то момент там вдруг мы не совпадаем, то мы начинаем как это грозовые молекулы такие тереться, нарастает напряжение. И... Да, и здесь вот самое интересное, понимаешь? Дело в том, что если, допустим, картина мира одинаковая примерно, mm-hmm. более-менее, то, конечно же, происходит интеграция, допустим, ресурса и... Ну, люди могут более эффективно и больше могут сделать с точки зрения достижения определенной mm-hmm. цели. То есть это действительно как бы такое и есть, да. Ну вот собралась группа людей, которые единомышленники, имеют общие ценности, имеют общее видение примерно деятельности, у них больше ресурсов, тупо физически. Они могут лучше достичь своей общей какой-то цели коллективной, нежели, допустим, одиночка, который mm-hmm. пусть может быть даже физически или там умственно довольно крепкий, но за счет дефицита ресурсов он не сможет угу. как бы там, допустим, соперничать. Вот. Но другой момент заключается в том, что когда сталкиваются разнообразные картины реальности и интегрируются, вот здесь возникают новые альтернативные стратегии достижения цели. А, это вот и об этом дело какое-то. Возникает обогащение мощное, угу. да. То есть, ну, говоря, там, где мы все там душа в душе, все понятно, это окей. Угу. Это тут ни у кого никаких сложностей не возникает. Это ты встретил кого-то, кто говорит примерно то же самое, что и ты, и готов вместе с тобой взаимодействовать и работать, и все там, мир, дружба, жвачка, и понеслось.
там тоже есть сложности, о которых мы сейчас поговорим, потому что многие системы такого типа будут распадаться со временем. Вот. То есть это будет неминуемая динамика подобного типа систем. Но то, что касается, значит, конкретно открытого диалога, он, самый интерес в нем возникает тогда, когда мы сталкиваемся с точками зрения, которая реально сильно противоречит тому, что у нас есть. Вот здесь возникает основной потенциал для развития. Потому что когда картины мира разные, мы способны их как-то интегрировать и понять, что их объединяет на каком-то глубинном уровне, то мы начинаем видеть мир с альтернативными стратегиями и путями. И как следующая модель, почему возникают проблемы, например, на уровне интеграции у людей, у которых есть одна общность? Потому что дело в том, что со временем представления реальности все равно меняются. И как бы мы хотели бы или не хотели, все равно по мере интеграции, по мере совместного движения, по мере привыкания друг к другу у нас начинают видны быть разницы. Ну, потому что разница всегда есть. Вот. И на каком-то этапе, если мы не имеем стратегии взаимодействия с мнениями, с точками зрения, отличными от нашей, то рано или поздно мы все равно будем проживать конфликт в системе. И дальше либо этот конфликт приведет к трансформации, к развитию, к появлению новых стратегий коммуникации, либо этот конфликт будет приводить к распаду системы. Ну, например, вот вы с супругой много лет вместе, и ты многодетный папа, и у вас... Ну, красивая пара. Но при этом, при всем, раз, у вас не бывает разве да, никаких трений, там, непониманий? Или... Бывает. Это необходимо. Это же говорю, это естественное свойство любой системы развивающейся. То есть оно обязательно возникает. Вопрос в том, если есть стратегия превосходства, превосхождения этих систем, ну, конфликтов, скажем так, решения этих конфликтов, то система будет развиваться и будет обогащаться дальше. Вот. Если этой стратегии нет, да, то не получится. Просто, допустим, люди бывают нашли то, что они считают там своей половинкой. Как правило, эти люди просто плохо информированы. То есть у них мало представления о реальности, слишком поверхностное оно такое. Ну, вот им показалось то, что они встретили того, кого нужно, там, допустим, в делах, в бизнесе или там, в семье, там, неважно. Вот. Но рано или поздно эти отношения все равно зайдут в конфликт, потому что точки зрения будут расходиться. Что такое конфликт? Это вот я вот так вот воспринимаю реальность и понимаю, что надо туда идти, а мой партнер воспринимает по-другому и говорит, надо идти туда. Вот у нас расходятся, мы говорим, расходятся пути, там, цели, представления реальности и так далее. Но это естественно. На протяжении времени это вообще естественно. Более того, в этом есть основной цимес, в этом есть основной прикол. Потому что если мы все время поодинаково смотрим, но тут как бы мы объединены в наших возможностях действия. Вот. Но если у нас есть связующая основа, такая база, фундамент, значит, наших отношений, то мы будем, мы можем иметь намного больше ресурсов, в том числе информационного, для того, чтобы и стратегического ресурса, для того, чтобы лучше развивать свою собственную жизнь и свое качество жизни изначально. Куда бы мы ни шли, что бы мы ни там делали, есть одна универсальная цель, которая нужна всем людям, живым существам. Мы хотим жить, мы хотим жить хорошо, с хорошим самочувствием. Вот. И в этом смысле главное то, с чего все начинается. Поэтому это основа, цель. Цель определяет восприятие поведения живой системы. Именно цель является ключом к пониманию других людей. Но какая цель? Если я понимаю, что исходно моя цель – это не насилие в отношении живых существ, то дальше у меня открывается возможность их услышать и понять. И это дает уже возможность открывает возможность взаимодействия. Потому что неважно, как ты воспринимаешь. Для меня важнее становится интегрировать наши возможности по совместной реализации в глобальном плане. То есть это путь от эгоизма? Да. За пределы этого эгоизма. Ну, другого пути я не знаю. То есть вот это путь от «я» к «не я», в котором я начинаю понимать то, что границы растворяются, и то, что для реализации вот этого «я» необходима реализация «не я», вот в этом случае у нас происходит первый шаг к открытому диалогу, к интеграции. Потому что тогда я начинаю с интересом воспринимать, а что там? А какое там представление о реальности? Первый ключ, который я вот здесь могу выделить, это то, что нужно допустить и вот это запомнить, что мир другого ничуть не меньше, чем ничуть не менее значим, чем вот мой, например. Это и есть номер один, как бы что. Да, это ключ к моей именно реализации получается. И то есть вот первое самое, наверное, важное, что я не один. И когда мы говорим про реализацию нашего предназначения, мы не говорим про реализацию личного предназначения, мы говорим про наше предназначение. И мы это говорим. Понимаешь, не я это говорю, и не ты это говоришь, а мы это говорим. Это наша метасистема говорит и проявляет. И мы говорим не про... И нас интересует
Именно нас интересует именно наше предназначение, да. Слушай, а не индивидуальное какое-то предназначение кого-то. Оно вообще, если мы рассматриваем просто индивидуальное предназначение, оно смысла не имеет. Первое и самое главное, то, что нам важно понять, то, что мы не одни в этом плане, мы реализуем свой потенциал вместе. А для того, чтобы вместе реализовать этот потенциал, надо понять, что такие же части этого большого потенциала, они имеют такое же самоосознавание, как и у тебя, и они имеют определенный предыдущий опыт, свою систему целеполагания. Эти картинки мира не просто могут отличаться, они обязательно отличаются как в целом, так и в деталях, и это круто, это как раз дает ключ к разнообразию и к выходу в пространство, в котором интересно, в котором не скучно, в котором есть творческая реализация. То есть это очень короткий путь, максимально быстрый путь к творчеству, это услышать другого. Но у этого есть определенная, у этого пути есть определенный барьер, очень сильный барьер. Этот сильный барьер называется, так, знаешь, как бы сказал, такой эмоциональный блок мощный. Потому что когда мы сталкиваемся с точки зрения отличной от нашей, кроме того, что у нас могут быть рациональные убеждения, блокирующие принятие этой точки зрения, так у нас еще и возникают автоматически, абсолютно естественным образом негативные эмоции. Ну, во-первых, угроза жизни, потому что это связано с переменой нашего представления о себе. То есть я такой, как был, перестану существовать, буду какой-то другой, но мне это жутко страшно, я это могу осознавать, не осознавать, но меня так иначе это пугает, меня это выносит за пределы самого себя, и тут страшно. Второе – это просто различие картин реальности. Это не вписывается в мое представление о том, как должно быть. У меня возникает фрустрация, что должно быть по-другому, или вообще оно может быть по-другому. И, значит, либо эта картинка стоит под сомнением мою, либо я понимаю, то, что я должен сделать все усилия, чтобы поменять эту картинку, чтобы она соответствовала моей. То есть если я сильно привязан к предыдущему опыту, это становится для меня доминантом. И дальше возникает следующий вот момент. У некоторых людей, у большинства, скажем так, есть табуирование переживаний. То есть, условно говоря, есть в эмоциональном спектре, который можем переживать, многие буквы из этого эмоционального спектра, многие эмоции, они табуированы. То есть они как бы обозначены, зафиксированы в нашем предыдущем опыте на уровне социального взаимодействия как неправильные. Ну, допустим, там гнев, раздражение, горечь, боль, там смятение, скука, или, может быть, какие-то даже позитивные эмоции, радость, но в присутствии других людей, испытывающих другие чувства, рождающие стыд там, и так далее. То есть это целый спектр, который частично может, то есть, условно говоря, радость может быть и не табуирована, но радость в присутствии в каком-то другом контексте может быть затабуирована. Это всегда связано с каким-то прошлым опытом? Это, безусловно, всегда связано только с опытом социального созревания. И если то, что я переживаю, отличается от того, что я бы хотел, чтобы переживалось, то у меня возникает просто негативное переживание. Вот. И дальше сами по себе эти негативные переживания могут не вписываться в образ меня о самом себе. То есть в моем образе меня самого, например, я должен быть вечно улыбающийся счастливый человек, у которого все там классно, например. Но при этом я не могу быть таким вечно там улыбающимся классным человеком, если, например, кто-то со мной рядом чувствует боль, например, или какое-то несчастье, то в этой ситуации я уже не могу чувствовать классно, но должен чувствовать классно. Вот. И вот это наличие разнообразий, разногласий в внутреннем пространстве, связанных со своими собственными эмоциями, рождает, играет очень важную роль в нашей жизни. Потому что если я, допустим, попал в ситуацию, что я столкнулся с образом, который отличен от моего, в действительности это столкновение довольно серьезное, то есть это сильное отличие. И заряд энергетический в этом мощный. Ну, то есть, да, кто-то считает деньги там, злом, а кто-то добром, например. Вот у нас сильная разница потенциалов, она не то, что там, я, в принципе, к деньгам окей, а кто-то говорит, ну, я, в принципе, мне деньги не очень, да, то есть, или вот просто говорит, это зло, а это добро, понимаешь, разница большая. Гэп такой. Так вот, вот в этой разнице объем ощущений эмоциональных, связанных с различием, он может быть очень велик. И это может не вписываться в мое представление себе. И дальше возникает следующая история. То есть, может, даже на рациональном уровне я что-то ухватил, окей. Но вот эта эмоционально-энергетическая разница, будучи не принятой, не вписывающейся в мой образ меня самого, приводит к тому, что у меня возникает другая цель. У меня возникает цель, исходя из предыдущего опыта, не чувствовать это. То есть моей целью становится плохо себя чувствовать. Представляешь? Да, слышу. Моей целью становится плохое самочувствие. Вот многие люди задаются вопросом, когда приходят, допустим, там, в систему управления здоровьем к нам, у нас же и школа открытого диалога, и система управления здоровьем есть. Да? Две разных школы, вот одна на здоровье больше ориентирована, другая на коммуникацию. Вот приходят в школу, говорят, ну как? Цель определяет мое восприятие результата, но такого же быть не может. Вот я не хотел никогда заболеть.
Я объясняю, что ты, да, может быть, ты хотел, бы, да, и не хотел, да, заболеть, но ты, да, хотел себя плохо чувствовать. Угу. А уже то, что у тебя плохое самочувствие реализовалось в форме вот такого диагноза или болезни, ну, это уже следствие. Да. Но изначально твоя цель была плохо себя чувствовать. Потому что когда человек сталкивается вот с этой разницей потенциалов, и у него возникает какой-то спектр чувств, который ему неприятен, у него целью становится плохое самочувствие. Он начинает их вытеснять, он их начинает проецировать на другого человека. Угу, угу. Спроецировав на другого человека, ну, то есть цель определяет восприятие, цель моя плохое самочувствие, я не хочу видеть это, но я это вижу, поэтому это не мое. Вот. Я это вытесняю, я это проецирую на другого человека. Психосоматика. Чистой воды, да. И проецировав это на другого человека, я еще начинаю с ним бороться. Угу. То есть я, как я смотрю на эту ситуацию коммуникационную? Я общаюсь с человеком. У него другое представление о реальности. Он по-другому ее чувствует, ощущает. У него другие цели. И это неприемлемо, это неприятно для меня. У меня это вызывает негативные чувства. Я смотрю на другого человека. Что вот я чувствую? Я сижу первый, я ничего не чувствую. Угу. Мне это не резонирует, я ничего не чувствую, у меня нет никаких чувств. Значит, второе, я вижу, что он себя чувствует негативно, он какой-то неприятный человек, у него раздражение, он агрессивен. Угу. Дальше следующее, что я вижу. Я вижу, что, значит, мне неприятно с ним. Он, его появление в моей жизни мне неприятно. И мне сложно объяснить, почему, что и как. Я просто предпочитаю избегать этого контакта. А на самом деле происходит следующее. У нас разница представлений, да, разница опыта целей. В этом есть гигантский потенциал, но я не знаю, как это обрабатывать. Например, я ничего не слышал про первую фазу диалога. Угу. У меня возникли негативные чувства. Мне они сами себе не нравятся. Угу. Я их вытеснил, я их у себя не чувствую. Моя задача стоит блокировка моего, угу, ощущения. И я его спроецировал, эти чувства, на другого человека. Я окрасил его чем-то. Я ему, а, приписал все эти, а, чувства. Ага. Я считаю, что это неправильно, неприятно, и вообще что-то ко мне с этим приходишь. Значит, я его блокирую, я его вытесняю. Вообще, мне кажется, что он какой-то неприятный. Что, то есть я не могу это ни объяснить, ни дать понять. Вообще, если меня спросить, как я себя чувствую, я скажу, я нормально себя чувствую. Все это происходит прям мгновенно. Это происходит, да, мгновенно и автоматически, самое страшное. Слушай, вопрос тогда. Это то, что я думаю, я на самом деле очень долго искал, кому это спросить как раз. Когда мы все знаем с детства, вот мы заходим в какой-то момент там, на вечеринку или в метро, да, и в какой-то момент вдруг видим прям невероятное притяжение, какой-то человек, который прям... И вот возникает очень быстро магия такая. И обратная, когда иногда заходишь и не понимаешь, почему, и вдруг как будто стараешься подальше держаться. Или еще есть такая тема, когда встречаются люди и такие, слушай, я тебя откуда-то знаю, да, вот эта вот тема. Угу. И они, и вот в кругах, когда люди уже начинают там... осознавать что-то, вот очень часто встречается, где мы с тобой виделись, и не понимаешь, где. Это вот как раз вот об этом, что... Ровно об этом, ни о чем ином. Здесь есть дверь, во-первых, к пониманию всех этих механизмов, и здесь открывается ключ к трансформации, потому что когда ты начинаешь это понимать, для тебя это становится гигантским инструментом, ресурсом развития, потому что попадая в пространство, в которое ты зашел, которое все насквозь кажется изначально ядовитым и ужасным, ты можешь его трансформировать, трансмутировать для себя, и вообще меняется вокруг тебя аура. Ты заходишь, и ты создаешь среду, которая... Через вот этот метод твой как, да, раз. Да. Ну, не обязательно звук, мой, да. Это я, мы же сейчас вообще механизм, да, универсальный, ну, обсуждаем. Принцип, да. Да. Открытый диалог, он на этом построен, ага, как метод, как инструмент, ага, он в школе так преподается, но он-то основан на вот этих механизмах, которые не принадлежат ни мне, ни методу. Не, я осознаю, да, что это не то, что ты это создал, но ты как бы это таким образом... сформулировал. Да, да. Ну, открыл для себя, осмыслил, да, вот так вот передал, да, но у этого есть много имен и великов, да. Понятно. И вот дальше следующий механизм. То есть ты когда понимаешь, что... Когда ты понимаешь, что ты можешь трансформировать пространство, миры путем присутствия, принятия и проживания, меняется, конечно же, мир вообще фундаментально. Ты начинаешь к нему по-другому относиться. И там, где было, казалось, там зло, какая-то неприязнь и так далее, ты видишь потенциал, возможности и добро. Угу. Гигантское место для извлечения, для генерации добра. Ну, как я помню, кто-то из великих сказал то, что из людей искусства, что из чего делать добро? Ну, только из зла, как бы, потому что другого материала нет для добра. Там, как бы, из добро что делать, это и так есть, да, а материал только один. Ну, вот. И здесь вот так это, ну, это наша внутренняя алхимия, понимаешь? Вот трансформация из свинца там в золото, понимаешь? Вот про это все речь шла. Познай себя, и ты познаешь весь мир. Познаешь, да, весь мир, да, но себя, опять же, кого? Который вот этот self большой, с большой буквы self, да, не маленькое self, а большое self. И вот здесь самое интересное начинается, потому
потому что, собственно говоря, вот где, например, ну, то есть, если первую часть можно как-то еще объяснить человеку, и можно своим примером показать, вот, со второй частью тут надо тренировать уже, здесь сложнее. Почему? Потому что вот эта реакция, она автоматически происходит, человек ее не замечает. Вот это неприятие, вытеснение собственных чувств, причем и позитивных. Вот заметь, бывают такие ситуации, не обязательно, когда встречаешься, вот прям человек, он очень сильно попадает в твои ожидания, но вот да, так хорошо, что аж плохо, вот понимаешь, да, вот да, это, да. Это тоже такое бывает, вот, когда я, допустим, могу не позволять себе радоваться какой-то ситуации, могу там стесняться, то есть возникает комплекс сложных чувств, то есть не обязательно негативные чувства, то есть табуированные могут быть и позитивные чувства, но в определенных, допустим, ситуациях или иногда сами по себе, ну просто как я вообще могу радоваться, когда радость, например, лишает меня реализации, вот у многих родители есть такое представление, что вот если ребенок кайфует, он не будет ничего там делать. Что вот можно развиваться тогда, когда там художник голодный, например. Я всегда люблю объяснять, когда мне кто-то объясняет, что творец художник должен быть голодным, я говорю, давайте, значит, я буду этим продюсером, а вы творцом в такой ситуации. Мое творчество будет заключаться в том, что я, значит, буду тогда, я не против того, чтобы вы были голодные, я буду сытым, вот, вы давайте голодные, значит, и так далее. То есть, короче, я за этим всегда вижу, что мне кто-то пытается объяснить, что я должен быть голодным, и это нормально, я не соглашаюсь. И поэтому, значит, здесь счастье бывает табуировано само по себе. Людям может показаться, что если они станут счастливыми, они остановятся в развитии. Ну, такое тоже бывает. Я это говорю к тому, что бывают разные характеристики, но сводятся они к одному, что в цепочке, вот в этой линейке, в алфавите чувств начинают выпадать определенные буквы. И дальше возникает самое интересное. Дело в том, что физиологически, если в живой системе возникает какая-то потребность, она обязательно должна быть удовлетворена. Если она не удовлетворена, система будет снова и снова и снова воспроизводиться для того, чтобы удовлетворить эту потребность. Ну, например, у человека поднялось артериальное давление. Мы ему дали таблетку, чтобы снизить артериальное давление. Ну, снизили. Как ты думаешь, что дальше будет? Понятно. Организм, он предпримет усилия, которые повысят давление в любом случае. По какой-то причине, да. Он преодолеет наши действия, которые мы направляем, для того, чтобы подавить его. И он повысит давление. Мы можем еще группу действий предпринять, и он все равно будет превосходить нас. И такая игра будет продолжаться до той поры, пока он не умрет просто. Да. И это золотое правило саморегуляции, открыл академик Анохин. Любое воздействие рождает противодействие по силе, превышающей силу воздействия в живых системах. Поэтому если ребенок, допустим, орет, мы его блокируем, то прорвет по-любому, в другом месте, понимаешь? То есть прорвет в системе в целом. Потому что мы можем не замечать систему, а он связан с другими детьми, с мамой, с бабушкой, с родителями и так далее. Вода может прорваться, понимаешь? Там, я не знаю, в конце концов, в канализации. Вот. Но прорвет по-любому систему. То есть если, например, опять про давление, вот это неверный метод получается на уровне современной медицины? Конечно, то есть не искать да, причин? Да. И медики хорошие знают это. Да, как выйти тогда из этого круга? Надо понимать контекст, в котором это происходит. То есть, а почему давление поднялось? То есть, какая причина? То есть, это как просто глубоко исследовать и искать? Ну, во-первых, есть фундаментальный ключ. Дело в том, что мы программируемся на уровне систем более высокого порядка. И давление по-любому инициирующим фактором, приводящим к развитию давления, изначально является социальное какое-то искажение. То есть это всегда так? Да, это закон. Психосоматика та самая, да? Ну, социопсихосоматика. Сначала социо возникает искажение, а потом уже это переходит в психосоматику. Слушай, вот этот весь... А потом уже порочный цикл возникает. То есть однажды поднявшись артериальное давление, будучи присутствующим какой-то период времени, оно приводит к ремоделированию стенки сосудов. У тебя сосуды становятся жесткими. Я понял. Происходит и уже возникает обратный эффект, да. И поэтому, допустим, на определенном этапе уже давление может быть и не вылечить на уровень, допустим, психосоматики или там социо. Да, но вылечить давление чисто на уровне локальном не представляется возможным, потому что ты инициирующий фактор не уберешь. Но если ты понимаешь, как этим управлять, то, скорее всего, ты обеспечишь высокую профилактику развития этих проблем. И, в принципе, статистика на это очень убедительно доказывает. Поэтому... Слушай, а вот эти такие сложные болезни, как там рак, это тоже вот то самое, да? Ну, как... у них очень мощные компоненты, да. То есть я так тебе скажу, то есть, окей, мы, может быть, и не знаем, как там он, ну, достоверно не знаем, как он развивается, потому что для этого требуется определенное исследование. Но то, что касается, например, причинности смертности, то здесь вот есть достоверное исследование, которое показывает, например, женщины, которые социально изолированы до постановки диагноза рак молочной железы, они умирают в 2,14 раза чаще от рака молочной железы, чем женщина, которая социально интегрирована. Разница 214%, она гигантская. Да. То есть это превосходит многократно любое влияние любых других факторов риска. Но вот для сердечно-сосудистых заболеваний там похожие там разницы. Там, в общем, тут много
почти там на 45%, на 55% там чаще смерти от инсульта, например, среди тех, кто живет в одиночку, по сравнению с теми, кто живет там в семейном положении. Это без учета качества семейного положения. Вообще, да. Настолько мы прямо связаны друг с другом. Мы сильно связаны, да. То есть, ну, элементарно, ты же знаешь наверняка, то, что, допустим, когда человек уходит на пенсию, там он часто погибает быстро. Там, да. Люди, которые, например, при этом ушли на пенсию, например, ухаживают за внуками, или у них дома есть цветы, оранжереи или собачки, там, домашние животные, они живут дольше. Угу. Таких исследований много, они показывают. Просто у нас слепота есть на этот предмет. Мы, однажды столкнувшись с болью в человеческих коммуникациях, мы начинаем эту боль как бы избегать, и это меняет наше восприятие. Ну, это такая тема, там, ступор впадать, атаковать или убегать. Ну, да, конечно, да. Ну, а ты в боль-то понял же, почему мы попадаем? Потому что просто вот столкнувшись, будучи привязан к предыдущему опыту, столкнувшись с переживаниями какими-то, у нас мы еще свои собственные переживания не принимаем, и мы начинаем себя плохо чувствовать. Угу. То есть у нас контакт с другим человеком вызывает плохое самочувствие. И почему, мы не можем понять. Поэтому я лучше туда не пойду. Понятно. А уж тем более я не пойду к тем, кто отличается от меня. Там, вот зачем мне это надо? Там, не, мне это нормально, так, я и так. Моей целью становится стабильность и комфорт. Я слышу так, что вот непережитые переживания, они как ядами становятся. Ну, конечно, да. Они никуда не деваются, да, просто. То есть они будут оставаться, да. И система их будет воспроизводить. Я их буду по-прежнему проецировать на всех вокруг меня и вытеснять. Да. И моей целью будет систематически плохое самочувствие. Слушай, я понял. То есть, получается, вот суть диалога, получается, переживать переживания сразу, в моменте. Конечно, да. Через да. вот это как раз проявление. Ну, как это сделать, стоит вопрос. Потому да. что если я сталкиваюсь с переживаниями, у меня уже табуировано, то дальше пойти в это переживание, я лишь только утону в них, меня это захватит. Ага. Ну, потому что на внутреннем уровне я сопротивляюсь им. С одной стороны, я их создаю, эти переживания, с другой стороны, я же их блокирую. Это будет состояние клинча, поэтому в одиночку это переварить практически невозможно. Ой, тут такой тогда прямо сложный вопрос, болезненный возникает. Вот я знаю просто, например, люди, которые много лет вместе, ну, например, люди там 40 лет вместе, и у них друг на друга уже реакции. То есть, например, там мужчина, его жена жутко бесит, и сразу возникает у него агрессия на нее, а она его там, поведение ее бесит, и она его все время подтрунивает там. И как будто бы это порочный круг, и есть ощущение, что из этого невозможно уже выйти. Или возможно? Ну, у них возможно выйти, потому что надо понять, что у них реакция не на друг на друга, а на самих себя. То есть, все. То есть, а они как, им, имеют как дело... им там понять? Вот им там понять? Всегда все от потребности начинается, потому что, то есть, если, условно говоря, человек такого типа, ну, допустим, из такого рода отношения, ну, допустим, сейчас бы пришел и спросил, там, я понимаю, что мне надо какой-то выход находить, там, что вот мы могли бы ему объяснить, он мог бы начать работать сам собой. Вот, ну, имеется в виду, то есть, если он хотя бы об этом задумается. Да, если вот мы, допустим, просто бы наблюдаем за ситуацией, в которой нет, и они как бы нет, это бесполезно. То есть, и вот это, значит, получается, что это... большая ошибка детей, которые хотят своих родителей вот прям вот, например, иди на открытый диалог. Он, да, это ошибка. Грубейшая. Но это насилие. То есть, то есть в чем суть насилия и в чем суть самообмана в этой ситуации? Я наблюдаю, например, за своими проблемными родителями. Я хочу искренне им добра, я хочу, чтобы они разобрались, чтобы они поняли, что существует другой путь, что существуют другие возможности, что они могут жить в благополучии, что они могут достаток своих дней прожить в любви, в тепле и вообще в исследовании мира, и вообще реализовать свой потенциал. Я действую из искренних побуждений. И я им говорю, ребят, сходите, вот послушайте это вообще, это круто. Но что за этим стоит? Я наблюдаю их, у меня возникает неприятное переживание, потому что их модель мира, их действия, расходится с тем, как мне кажется, должно быть. Мне одновременно с этим мои переживания, которые сложные, связанные с тем, что я наблюдаю другое представление о реальности, мне мои переживания не нравятся. Я их вытесняю, проецирую на них, и моей целью становится плохое самочувствие, но я не хочу это плохо чувствовать. Мне кажется, что они вызвали мое негативное переживание, понятно. И я пытаюсь их изменить, их исправить. Условно говоря, я хочу их убить, но на их место поместить других людей, которые соответствуют моим представлениям о том, как надо делать, что нужно делать и как думать. И я превращаюсь в тоталитарного человека, но в связи с тем, что я же вроде как не тоталитарный человек, я практикующий там буддист, йог, там православный или кто угодно, я поэтому чуть ли не святой человек, и поэтому я использую тонкую манипуляцию, я это все скрываю, а говорю им, ребят, вам же для вашего блага надо там умереть, мягко говоря. Вот. Но люди будут это только штыки воспринимать, потому что неважно, что я говорю, они будут считывать эмоционально вот эту структуру, мое неприятие самого себя и их самих, и в конечном итоге это будет только конфликт. Какой выход?
Вот выход, он заключается в практике, потому что как только я понимаю, что это универсальный механизм, и все это касается не кого-то абстрактного, не моего партнера по браку, не моих родителей, не, там, не президента нашего, не президента там, Соединенных Штатов Америки, или какого-нибудь там Ирака или Сирии, а конкретно меня самого и никого другого в этом мире. Поэтому что я могу сделать в этой ситуации? Мне нужно научиться проживать эти сложные переживания. Если я научусь проживать сложные переживания в тот момент, когда я сталкиваюсь с различными от моего образами действительности, в момент, когда у меня произойдет скачок моего переживания, я не уйду в борьбу с ним. Моей целью не станет стабильность и комфорт, состояние труп, когда нет перемен, нет переживаний. Моей целью и плохое самочувствие. Моей целью будет хорошее самочувствие. Я смогу пропустить, канализировать это переживание, и меня не замкнет в этой фазе. И я смогу перейти к чему-то новому. Про точность. Да, то есть я смогу прожить это. Понимаешь, прожить это не значит, что это мимо, типа, пропустить и так далее. Нет, это прожить, как такая трансмутация может произойти. Я это принимаю, сложное. И по мере приятия самого себя, своих собственных переживаний, неприятное превращается в приятное, принятое. Опять вот модель «дети и родители» приходят, например, духовные дети, кто уже со сферой духа соприкоснулся, у кого уже поменяли ценности, кто даже уже как-то себя наладил жить. Но многие задают вопрос, куда улетает эта вот духовность, когда ты приходишь к своим родителям, и когда осознаешь, что ты пришел и слышишь, там, условно говоря, папа на маму ругаются, они как обычно, то, что было в детстве. И в этот момент ты такой... И вскипать начинаешь, и в этот момент вдруг вообще там... Это не только же этот момент, это и в тот момент, когда ты, допустим, там, вегетарианец, приходишь в какой-нибудь мясоедческий ресторан, там, понимаешь, это, или там на скотобойне на какой-нибудь, это в любых ситуациях возникает, когда происходит разное... Представление реальности у всех, да. Поэтому это автоматический механизм. И от там, уровня твоего развития в каком-то из контекстов это никак вообще не зависит. То есть это может произойти вообще там, у психологов любых, там, у кого угодно. То есть это просто механизм действия там, реальности нашей, как мы функционируем. Поэтому разницы совершенно никакой нет. Можем любую ситуацию взять, абсолютно разобрать с этой точки зрения. Я поэтому считаю, почему я занялся, например, школой открытого диалога. И на какое-то время я даже в сторону чуть от медицины и здравоохранения отходил. Ну, потому что это ключ, это фундаментальная основа всего вообще. То есть я сейчас вижу, что, блин, да любые проблемы можно решить, если наладить механизм коммуникации. Поэтому механизм-то универсальный. Вот дальше теперь вопрос, как это перепрограммировать. Да. Потому что если я, допустим, сам по себе буду делать, я лишь только себя усугублю эти ситуации. Почему? Допустим, я это понял все. Я думаю, ну ладно, окей. Ну, там, медитация некая, да? Вот, ну дальше я хочу трансформировать это. Подожди, а что значит я хочу это трансформировать? Я хочу это как-то убрать, что ли? Я хочу это поменять, что у меня есть представление себе, что этого не должно быть, опять же, что вот я не принимаю переживания там, горечи и боли, значит, но я должен быть другим, я должен быть принимающим переживания горечи и боли, то есть я должен перестать быть непринимающим, я должен убрать переживание неприятия, переживания горечи и боли. Но, получается, я снова борюсь с этим, понимаешь, то есть я ничего, по сути-то, не меняется, вот. Ну и да, окей, ну что я буду делать? Я буду сидеть переживать это дело. Ну а какие основания, какие причины для того, чтобы это переживание изменилось? Сколько мне миллиардов лет надо даже прождать, чтобы это прошло куда-то? Мне для того, чтобы выйти из этого замкнутого круга, мне нужен другой человек. Вот как только я сталкиваюсь с другим человеком, когда у нас есть общая цель, мы на рациональном уровне знаем первую фазу диалога, вот эта первая фаза – это необходимое условие, чтобы случилась вторая. Потому что мы можем договориться на рациональном уровне. Потому что мы идем в пространство, где мы столкнемся с тем, что больше нас. Но с этим пространством, с тем, что больше нас, может справиться только то, что больше нас. Да, я не могу. Это невозможно по-другому. Поэтому нужна санг, понимаешь? Ну, как бы ты от нее никуда не дел. Поэтому нужна братья в православном монастыре. Поэтому нужна вот эта среда, которая больше, чем то, что больше меня. Я могу с этим, поэтому нужны общества анонимных алкоголиков, наркоманов и так далее, понимаешь? Которые круто работают. Причем. Конечно, так они и работают, ты понимаешь, другое не работает. Работает все равно контакт. Даже просто элементарное обращение психотерапевта – это уже больше, чем нас. Поговорить с другом на кухне – это больше, чем я сам по себе, понимаешь? Но это дает резкий выход. Но если я знаю механизм, как это еще и работает, вот эту первую фазу, то я дальше могу создать среду, которая устроена по принципам живых систем открытого диалога. Что в этой среде самое главное? Хорошее самочувствие. Что такое хорошее самочувствие? Я себя чувствую, я проявляю то, что, как я себя чувствую в пространстве.
другой человек себя чувствует, он проявляет себя в пространстве. Мы формируем систему большего порядка, в которой наша общая цель проста – хорошее самочувствие. Но как только мы объединяемся вокруг этой цели, хорошего самочувствия, у нас сразу же появляется дополнительный ресурс вот этой энергии, синергии. 1+1=10. Да. И мы действительно приобретаем дополнительную энергию, чтобы лучше себя чувствовать. И мы начинаем себя лучше чувствовать. Но лучше себя чувствовать – это не значит чувствовать хорошее. Это значит чувствовать все. И дальше возникают затыки и блоки с этим, потому что все чувствовать сложно. Да. Но даже выразить о том, что мне сложно чувствовать то, что я чувствую, это уже сложное чувство. И, как правило, как работает ум? Когда я сталкиваюсь с этими сложностями, он начинает вытеснять, и для этого начинает воспроизводить разные образы из прошлого либо фантазийного будущего, которые никак не связаны, которые заслоняют настоящее. И поэтому в моменте мы стремимся, начинаем рассказывать какие-то там истории про что-то такое, что никакого отношения к моменту настоящего не имеет. Вот. И суть практики сводится к тому, что мы этого не делаем. То есть люди, значит, поначалу они учатся. Почему школу? Потому что этому надо учиться. Какой-то период времени на опыте, безусловно, вот этих столкновений и так далее, мы учимся о том, как бы не рассказывать эти истории, как научиться говорить о сложности, которые мы переживаем, как научиться говорить о стыде, который у нас возникает, потому что я не могу сказать о том, что я чувствую. А точнее так, мне кажется, что я не могу сказать о том, что я чувствую. На самом деле я сейчас чувствую стыд и страх перед тем, чтобы сказать, что я по-настоящему чувствую. Говоря о том, что я чувствую сейчас стыд и страх, я чувствую воодушевление, я чувствую свободу от того, что я все-таки смог себя выразить и сказать то, что я чувствую. Такая вот многослойная штука. Это вот как раз пример живого открытого диалога. Потому что в тот момент, когда я заходил, например, в групповой процесс, у меня в голове такой, у меня нет никаких чувств, у меня есть ощущение, у меня есть чувство, что у меня нет никаких чувств. Я думаю, ну что я буду говорить, тем более то, что я сейчас думаю, мне кажется, что это неуместно, и у меня есть страх это выразить, потому что мне кажется, что мои чувства, они незначимы сейчас в этот момент времени. Это может быть какую-то простую, ну, как практику, то, что можно прямо сейчас вот можно попробовать. Можешь со мной продемонстрировать эти мысли? Да, но если говорить про подготовительную, скажем так, фазу, это может быть простое упражнение, это открытый диалог с самим собой. Вот когда я один сам по себе, вот я сижу и сам по себе, вот в этой ситуации, вот все, что я могу сделать, это практика, которая ориентирована на хорошее самочувствие. То есть вот моей целью в данном случае является не что-то конкретное, определенное. То есть у меня есть много представлений и образов о самом себе, о моей действительности, в которой я нахожусь. Но осознавая то, что у меня есть в том числе представление о том, какие должны быть эти образы, я могу тотально позволить себе проживать то, что я проживаю в текущем моменте, просто выделив для этого специальное время, для того, чтобы наблюдать вот эту игру сознания о том, как формируется образ о том, что я должен проживать, и как я выхожу за рамки этого образа, но одновременно с этим попадаю в образ того, а каким должен быть этот образ того, что я должен проживать. И вот я могу пронаблюдать за всей этой свистопляской ума, за всей этой каскадной реакцией. Могу выделить на это время просто и понаблюдать за тем, как это все внутри там непросто и сложно. Такая прям практика осознанности. Да, глубокая. Знаешь, это ближе всего, наверное, там буддийская медитация Шене, например, такая безобъектная медитация где-то, вот что-то такое. То есть я тотально позволяю, я тотально проживаю себя самого и поток жизни вот в текущий момент времени. У меня нет никаких задач концентрации на чем-то, нет никаких идей о том, как это должно быть, и нет никакой правильности в этой практике. То есть она изначально неправильна. Вот что бы я ни проживал, вот эти там 10-15 минут, которые я выделил, это все будет вот правильным или неправильным, неважно, как это называть, но целью моей становится попытка синхронизации с реальностью. То есть от того, что ты это делаешь, ты сонастраиваешься уже самим процессом. Да, самим потоком. И эффект ее будет в жизни. То есть как только я пытаюсь сделать ее правильно, я тут же делаю неправильное. Но ничего неправильного в этом нет, потому что я буду все равно пытаться сделать ее правильно, и никуда мне от этого не деться. То есть я правильно понимаю, что сама практика выглядит так? Что я прямо сейчас чувствую? Это будет концентрировать меня на ощущениях. Это может быть как следующий этап этой практики. Потому что, знаешь, вот из нее уже вырастает хорошее самочувствие, когда я уже там чувство свое осознаю. А первая фаза, она скорее с целью связана. Вот поскольку цель определяет восприятие. Зачем? Вот глубоко зачем? Вот это глубоко от нас относится к предназначению. Вот смотри, каждое... Это самый базовый вообще. Да, это основа основ вообще, потому что цель определяет восприятие. То, что я воспринимаю, это запрограммировано моей целью.
как в текущий момент времени, так и на предыдущих этапах. И вот эта информация, она играет важнейшее значение, потому что она не говорит о том, что мне теперь для того, чтобы, допустим, изменить свой поток жизни в текущем моменте, мне нужно понять, каким хрена, значит, я нацелеполагал себе то, что происходит. Потому что сама по себе цель пытаться искать в прошлом причины происходящего сейчас выводит меня в состояние человека, ищущего в прошлом причины происходящего сейчас. Это вечный процесс. И ты не в моменте в этот момент. Я вообще не в моменте. Я снова не проживаю. Я, нацелившись на это, я создаю себе условия для того, чтобы искать в прошлом то, что происходило или происходит сейчас. Понимаешь? То есть я в цикле нахожусь. И поэтому вот эта информация о том, что цель определяет восприятие, она нас в момент настоящего максимально вводит. Потому что дальше вопрос следующий. А я осознаю ли глубоко, что вот цель определяет мое восприятие, что происходящее есть результат моих целей? Потому что если я это не осознаю, я могу легко сопротивляться происходящему, не осознавая, что жизнь – это есть результат моих целей. И тогда я, как получается, одной рукой воссоздаю эту жизнь, а другой я ей сопротивляюсь, борюсь. То есть я туда начинаю сливать свою жизненную энергию. Одновременно и на газ, и на тормоз нажимаю. Да. И при этом я стою на месте. Я не двигаюсь, но при этом у меня все сжигается жизненный потенциал, энергия. То есть, ну вот сразу звучит, что рак – это примерно вот так. Конечно, да. Ну а как же? Все отсюда берется. Не только, то есть вообще все проблемы, все потолки, понимаешь, вот как бы тут тоже не надо играть в игру, что как будто бы я научусь контролировать жизнь и обыгрывать ее. Я не научусь ни контролировать, ни обыгрывать. Чем больше я об этом думаю, тем больше вероятность у меня развития, опять же, этих патологий. Это, кстати, одна из больших проблем разных людей, во многом духовных и живущих здоровым образом жизни, потому что им кажется, то есть представляешь, человек, он как бы идет по пути здоровья, с одной стороны, но пытается через как бы здоровую технику, через здоровую практику контролировать реальность. Ну, это же супер самообман. Если ты хочешь с реальностью наладить общий язык, надо говорить с ней честно. Вот. И в этом смысле вот фундаментальный ключ – вопрос цели. Я с реальностью как? С насилием отношусь? Я пытаюсь ее изменить. Я осознаю то, что моя задача основная – это принятие проживания. Вот если я пошел по пути этого проживания, и я максимально честно себя выражаю в реальность, то есть я за каждое слово отвечаю, я не бросаю слов на ветер, я готов подписаться кровью под каждым словом. Вот в этой ситуации жизнь начинает работать. Я только что хотел как раз сказать, что из всего нашего сегодняшнего общения я для себя очень много ключиков делал ключики, чтобы здесь мы написали. Потом я понял, что это все для меня объединяется в главный ключище такой. Это искренность. Да. Ну, вот, в конечном итоге все про искренность получается. Да, про искренность и, знаешь, такую глубинную правду, честность, вот эти все слова, они туда вписываются. К сожалению, у них у многих есть какая-то такая уже негативная социальная морализаторская коннотация. Вот, но в английском языке есть очень крутое слово, integrity называется. Integrity. Да, вот оно переводится как и честность, как раз, и искренность, вот, и как ты понимаешь, целостность. И вот здесь вот этот вопрос исцеления, это возвращение к цели, к целостности, это целое. То есть и цель, как целое, это одно, однокоренное понятие. Поэтому исцеление – это мы возвращаемся к общей цели, к общему результату деятельности. Блин, вот искусство жить – это, видимо, найти возможность всегда в каждый момент об этом помнить. Ну, вообще не обманывать, да. То есть вот для себя взять это как некую истину. Но для меня это было вот ключом выхода из моего тяжелого состояния. Вот потому что я тоже там глубочайший кризис пережил. Тоже вот, как мне казалось, около смертное переживание. То есть, ну, как бы я не умер, и поэтому... А сколько лет тебе было? Не умирал. Мне 30... Было тогда? 30 лет, да. 30-31, вот этот переходный момент такой. И вот у меня главное то, что мне пришло в ходе перерождения, это как раз ровная честность. Понимаешь? То есть она вот нечестность, она рано или поздно приводит к упадку, к потере смысла и так далее. Но это же элементарно. То есть мы передаем друг другу информацию, если где-то искажение, то и смысла нет. Слушай, а как, что тебя привело к этому состоянию? Разрушение социального положения. Там первая семья, там супруга забрала детей и ушла. Потом разрушение социального круга общения. Все вообще рассыпалось. Да, все там рассыпалось. Потом догнало психологическое состояние, зависимости разные. Там и наркотическое, алкогольное. И в конечном итоге и болезнь физическая. Там пищевод Барретт, это такое...
предрак пищевода, ранняя такая стадия, и ну, как бы истощение такое тотальное на всех уровнях, и разрушение как психики, так и тела, и социальной структуры. Такая системная штука. Да, поэтому тоже. Я говорю, мне даже сложно вычленить что-то, это все как бы сразу так вот бабах, ну, то есть оно как бы накопилось, безусловно, вот, но в момент, когда я подошел к самой по себе истине, я понял, что все это связано с искажениями только было. И тоже вот через вот эти лютые переживания ты как бы пережил вот это вот состояние, вот состояние этого целого единства со всем миром, да? Да. И вот это вот был переключатель, и потом все потом в другую сторону пошло. Да, 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 да. Так что универсальный процесс, да. А есть ли возможность это не... Я бы, например, это никому бы не посоветовал. Ну, абсолютно. Даже врагам бы не посоветовал. Но есть ли возможность как-то это аккуратненько пройти? Есть, да. Ну, вот открытый диалог путь, да. То есть, когда целенаправленно туда идешь. Знаешь, как это в детстве, там, не надо меня наказывать, я сам себя накажу. Вот, это как бы здесь такой момент. Это рабочий процесс, понимаешь, то есть вот, ну, это мы говорим сейчас про первую фазу, а что можно в одиночку сделать. В одиночку можно максимум себя подготовить к этому. Ну, потому что путь таков, то есть я все равно буду избегать. Вот. Каким бы я ни был там просветленным, крутым, там, проще и так далее, я буду стремиться к стабильности и комфорту. К отсутствию перемены, переживаний. Это естественное свойство самосохранения у человека. То есть даже если ты Далай-лама? Неважно. Понимаешь, не более. Вот я говорю, буддийские учителей, они, слава богу, не живут сами по себе. Они живут активно в сообществе. Понимаешь, Далай-лама есть Китай, с которым он постоянно в диалоге находится, в открытом. Поэтому, значит, вот, у него свое есть этот... Есть с кем поговорить, да. Есть над чем поработать. Да, чем выше как бы уровень, да, тем как бы и вот эта вот провокация. Конечно, да, она обязательно есть, понимаешь. У него каждый день бодрит его это дело. 70 лет уже, да? Конечно, да, и будет, понимаешь, там до поры до времени, пока не произойдет трансценденция в этом положении, состоянии. Вот. Поэтому здесь какой путь вообще, значит, как он раскрывается? Вот на индивидуальном уровне все, что я могу сделать две вещи. Первая вещь – это тотальное принятие. Я понимаю, что цель определяет мое восприятие. Поэтому тут я захожу в пространство, выделяю время и проживаю себя. И понимаю, что, блин, ну прямо сейчас, каждое мгновение у меня происходит какое-то целеполагание, я к этому отношусь. Я снова и снова вижу цели по отношению к себе, к миру, ко всему прочему. Это глубочайшее принятие. То, что я вот могу. Сколько бы я ни прожил, я все равно вот в эти секунды я делаю фундаментальную трансформацию жизни для себя. Я становлюсь на путь вот этот истинный, скажем так, да. И дальше тут все, что может произойти со мной, только самообман. Который я тоже тотально принимаю, потому что это часть жизни моей. И дальше я захожу, ну, то есть, опять же, это не значит, что я принимаю, и значит, я с этим согласен. Я принимаю переживания, которые за этим стоят. Я принимаю то, что я проживаю как результат. То есть, что в результате происходит. И дальше все, это путь вот честности. То есть, я выхожу в пространство, в котором я как бы принимаю решение идти в этот, в раскрытие, идти в общем, в мир. Есть понятие дхарма, и мне нравится очень одно из определений. Я однажды прочитал, что если представить себе мир как невероятный огромный калейдоскоп, состоящий из постоянно меняющихся кусочков, вот этот каждый кусочек, он неповторим, каждый уникален. И вот каждый из нас – это вот этот кусочек в этом огромном калейдоскопе. И вот наша задача этих кусочков – осознать свою эту уникальность, вот распознать, в чем именно вот эта вот настоящесть твоя, собственно. Есть ли у тебя, может быть, какая-то подсказка для… Да, да. Ну, как конечно, это сделать? Да, да. Ну вот парадокс в том, что в одиночку, еще раз говорю, это невозможно. То есть вот попытка думать про свою уникальность в отрыве от всего – она бессмысленна, бесполезна. Мне кажется, что это очень важный посыл, потому что для многих людей это, может быть, это, конечно, фрустрирует. Потому что я, почему? Потому что, входя в коммуникацию с другими, нам больно. Вот. Но зная, как преодолевать эти пробелы, как бы, как настраивать коммуникацию так, чтобы было все-таки, да, чтобы мы чувствовали боль, но чтобы она нас не захлестывала, чтобы мы могли ее обработать, то это открывает очень большую перспективу к реализации. Потому что мы реализуем себя в контексте определенном, понимаешь? То есть я не сам по себе. Мне важно чувствовать потребности других людей, мира вообще в целом. И только будучи открытым, я могу полноценно реализовать свой потенциал.
Находясь настоящим, я могу реализовать свой потенциал. Чувствуя остро жизнь, я могу реализовать себя, вот свою какую-то некую уникальность. То есть моя уникальность – это не продукт меня изолированного, а продукт меня интегрированного в мир. Угу. Поэтому вот отсюда вырисовывается, а какая она там уникальность? Но если я интегрирован, то я, конечно же, уникален, потому что контекст всегда интеграции уникален. То есть, когда я выхожу за пределы себя и объединяюсь с другими людьми вокруг общей цели, то вот здесь возникает, возможно, возникает система более высокого порядка, которая мне лучше дает возможность понять другие миры. Вот для этого требуется, чтобы группа, вот как мы их называем, группа открытого диалога, чтобы в ней были четкие очень механизмы работали. То есть, во-первых, она всегда целесообразна. То есть, там цель – это фундаментальное понятие. Эта группа не может собраться просто так. То есть, в ней всегда есть цель, и участники это всегда четко знают, они должны ее обязательно прояснить. Потому что даже если участники собрались, допустим, ну мы просто собрались, чтобы поговорить, это тоже цель. Угу. Вот, то есть, ну надо ее понимать. То есть, кого-то она резонирует, и люди должны очень четко подписаться под этой целью. То есть, каждый должен как бы отразить себя. То есть, каждый себя. Проявляет это. Да, обязательно, да, это очень важно. Это инициация такого процесса. И затем есть определенные правила работы. То есть, правила они следующие. То есть, мы искренне проявляем свое текущее состояние вот в моменте настоящего. Причем текущее, это означает, что оно меняется. Угу. Поэтому я по возможности проявляю не только просто то, что есть, то, что я сейчас зафиксировал, а то, как я прямо сейчас это проживаю, как это прямо сейчас меняется. Кто не приходит просто так в основном? Люди приходят, потому что есть какие-то проблемы, есть какие-то желания что-то исправить. И они с этим, собственно говоря, и сталкиваются обязательно. В этом сложность групп. Но в этом и сила их огромная. Потому что ты по-любому столкнешься с тем, что где какие проблемы и косяки. Угу. Ну, например, я прихожу, вот у меня там, я не знаю, я там занимаюсь какими-то делами серьезными. Я не знаю, там бизнес, там какие-то большие социальные проекты. Ну, вот так не понимаю, где вот у меня, почему у меня не работает. Угу. Вот я могу прийти на такого рода групповой процесс, и я обязательно обнаружу все места, которые я выяснил, подавил и так далее. Я их просто не смогу заметить, потому что у меня целью было их не замечать. А в этом групповом процессе они обязательно все вскрываются, на поверхность выходят. И я могу прямо там трансформировать свои модели поведения. И основное – это все-таки не подавлять другого человека. Потому что если мы даем возможность человеку проявлять свои переживания, то это говорит о том, что нашей целью не может являться подавление этих людей. При этом у меня может быть переживание сложное какое-то, я его могу выразить. Поэтому в той ситуации, когда мне кажется, что меня кто-то подавляет, тут весь вопрос в том, а с какой целью я себя начинаю выражать. Если я начинаю себя выражать, чтобы продемонстрировать этому человеку то, что он ведет себя не так, как мне бы хотелось вести, он должен себя вести по-другому, то мне легче всего сказать это впрямую. Ну, допустим, я столкнулся со сложным переживанием, и я вдруг начинаю понимать, что это моя типичная стратегия поведения. Что это не он меня подавляет, а это я сейчас... Сам себя подавляю, да? Во-первых, подавляю себя, во-вторых, я его пытаюсь подавить. Угу. Моя задача ему сейчас его подавить. А что произошло? А у меня вот возникло переживание. А переживание у меня там боли, грусть, что-то еще. Ну вот я учусь это выражать. И поначалу, понятно, это сложно. То есть иногда требуется много процессов таких, для того, чтобы научиться осознавать, что я чувствую, и выражать это. А потом это быстро включается уже? Да, да, это уже автоматом. Крутая, кажется, очень целительная штука. Да, и что происходит дальше, самое интересное в этом процессе, мне об этом очень хочется сказать. Потому что когда я начинаю вот как бы разблокировать свою способность признавать сложные чувства, а самая большая проблема в том, чтобы вовремя осознать наличие чувства, которое я блокирую и не выражаю, и его вслух сказать. Ведь откуда табу-то берется? В связи с тем, что где-то когда-то мне в определенном контексте социальная среда, группа сказала, что вот это чувствовать неправильно. Да, то есть это как бы чужие убеждения какие-то, программы. Ну, они из общества взяты, да, то есть и они уже как бы интернализованы, они уже как мои эти убеждения, да, то есть я их как свои воспринимаю. Но тем не менее, вот в определенном контексте, я когда сталкиваюсь со сложным чувством, мне кажется, что это чувство неправильно. Угу. Я его блокирую. А, как правило, существует образ, который мы не хотим рушить себе. Поэтому вот я сижу весь такой из себя, ну, а тут у меня сложное состояние. Как об этом сказать? Но если я вдруг сказал об этом, то у меня происходит сразу же разблокировка функциональной системы, и начинает поток идти. И в этот момент, то есть я начинаю понимать, а что есть реализация своего предназначения себя. Потому что если я не проявляю себя настоящего, текущего, то я не могу себя реализовать. Я не могу реализовать предназначение, которое через меня идет. Это невозможно. Да, то есть в таком случае ты становишься
манго, из йоки манго обратно возвращаешься. Да, и поэтому здесь тебе важно научиться, любому человеку важно научиться как бы проявлять себя. Потому что я не проявляю себя, или если я проявляю не себя, то реализовать себя или свое предназначение я просто не смогу физически, понимаешь? Вот сколько бы я ни проявлял себя в какой-то извращенной форме, я не смогу. А дальше возникает динамика, то есть интереснейшая динамика, потому что проявляя свое ощущение текущего момента, там, стыд, страх, радость зачастую, ну, тоже сложно бывает. Кто-то говорит, я чувствую боль и грусть, а мне радостно от того, что он вообще до этого не говорил, а тут проявил себя. Но если я все это делаю, то разблокируется алфавит чувств. И вот это вообще самое интересное, потому что когда чувства заблокированы, какие-то отдельные, то не работает само по себе чувствование мира. То есть, если я, допустим, захожу в диалог, и у меня на этапе страха вышибло, то я дальше ничего не переживаю. И вышибает из потока контакта с собой. Даже не из группового процесса, а из контакта с собой, из возможности реализовывать себя. Но если я позволяю прожить себе это чувство, его называю вслух, то в этой ситуации оно разблокируется, и сразу же включается следующее чувство. Здесь еще одна проблема бывает в открытом диалоге, потому что для многих из нас непривычно это. То есть если у тебя длительный период времени блокировались в определенных фазах чувства, и потом вдруг разблокировались, то появление нового чувства вслед за каким-то заблокированным вызывает снова сложные чувства. Ну почему? Потому что я только что чувствовал, допустим, злость, и вдруг меня разблокировало, и я чувствую уже принятие, тепло и радость. Но я же не могу об этом сказать так сразу. Ну, как бывает, в семье ругается мужчина с женщиной, например, там, вот они ругались, вдруг раз, то он понял, что он не прав. Говорит, ну да, милая, там, я не прав. Она, вот ты скотина, там, так далее, и продолжает. Знаешь, оно как бы уже принято это все. Уже надо бы уже признать, что тебе приятно от того, что ты поделилась тем, что не прав. Я чувствую там благодарность и радость. Конечно, мне хочется тебе еще наковырять там всего, но я, пожалуй, на этом остановлюсь и буду там искренне, честно по отношению к нашим целям, потому что тогда уже я начну качать качели в другую сторону. И вот здесь важно бы остановиться и начать новое переживать. Но у нас инертное чувство. Поэтому как вот приспособить себя к быстрой смене чувств? Это тоже вопрос. Потому что вот эта быстрая смена, она может в свою очередь негативные чувства вызывать, которые могут обратно качать качели эти. Поэтому это все надо тоже суметь принять, прожить, идентифицировать и проявить. И вот когда у человека разблокируется полностью весь спектр чувств и их смен, вот здесь возникает чудо, потому что возникает открытый алфавит чувств. То есть вся вот эта линейка эмоционального спектра, она открыта, и возникает вот это чувство, которое буддисты называют эквинимность, равностность. Потому что ты равностно можешь переживать любые чувства и выражать их. И ты не боишься этого, потому что они все прекращаются в тот момент, когда ты им позволяешь быть пережитыми. И у тебя начинают чувства, во-первых, параллельно сложные приходить. Ты можешь спектры чувств сразу же чувствовать. То есть не одно чувство, допустим, я чувствую боль. А ты чувствуешь боль, воодушевление, например, или радость, или там грусть. Вот. И еще там какие-то еще спектры. Радость, грусть, еще чуть-чуть стыд, а еще потом воодушевление, то, что ты все это позволяешь себе чувствовать, и смелость. У меня открывается язык любви, потому что я способен видеть с помощью вот этого эмоционально-чувственного восприятия, способен видеть эмоционально-чувственную или эмоционально-энергетическую сигнатуру реальности. Расшифруй, пожалуйста, этот термин. Это для многих такой, сейчас это же очень такой модный термин, на самом деле. Многие про него говорят, эмоциональный интеллект. Ну, я, в принципе, таким образом его понимаю, потому что... Как раз вот эта азбука. Да, именно эта азбука, потому что это не вопрос управления чувствами и регуляции чувств, как часто люди это думают. Потому что, знаешь, чаще всего вот я встречаю людей, которые считают, что эмоциональный интеллект – это способность подавлять чувства и их, допустим... Контролировать, да. Но здесь не вопрос про контроль, потому что зачастую контроль сводится к тому, чтобы действительно вытеснить, подавить, спроецировать. То есть, а здесь речь идет про проживание. То есть я не сколько их пытаюсь контролировать, сколько я научаюсь их проживать и пропускать, и в связи с этим у меня открывается вот этот язык. Да. Вот. Это намного богаче такое свойство. Безусловно, ты не используешь эти эмоции для того, чтобы, допустим, управлять людьми или эмоционировать там, вот, там, по поводу и без повода. Нет, не про это речь идет. Речь не идет про то, что ты всем все рассказываешь теперь про свое внутреннее содержимое. Нет, все целесообразно происходит. Но когда ты умеешь переживать, когда ты научился в группах в сложные ситуации пропускать это через себя, и ты позволяешь быть этим чувством за счет того, что ты вслух озвучиваешь в социальной среде, вот эта социальная среда, которая позволяет этим чувствам быть, она постепенно интернализуется, она внутри у тебя начинает преобладать. А если, предположим, человек немой?
А какая вообще не имеет значения. Ну, то есть то, что он не может это проявить? Не, но он же может это выразить все равно. Угу. В танце, пожалуйста. А, да. А, есть много языков выражения. Музыка, танец, там, рисование. Очень круто, что я тебя сейчас спросил. Это когда касаешься темы предназначения, так или иначе, очень соседствующая большая масштабная тема – это творчество. И вот, например, мы часто на семинарах сами сталкиваемся с тем, что люди рассказывают, говорят, что я не творческий человек. И все, как бы это как приговор звучит. А потом в какой-то момент наблюдаешь, что человек-то очень даже круто раскрывается, и через вот это раскрытие как раз начинает чувствовать. Да. И вообще меняется там преображение жизни. Это откуда вот это берется, вот этот глюк какой-то? Вот, это как социальное какое-то, не знаю, явление, что многие люди говорят, что они не творческие. Это откуда? Это в чем? Ну, мне кажется, что тут несколько факторов есть. Первый – это вопрос свободы и вопрос позволения свободы другому, который вот все-таки присутствует, да. И тут вопрос воспроизводства предыдущего опыта, потому что большинство людей стремятся к стабильности и комфорту, а творчество, оно находится там, где за пределами стабильности и комфорта. То есть там, где переживания, там, где перемены, вот там творчество. Вот, творчество – диалоговый процесс, вот, и какую-то, наверное, долю в этом играет и само по себе отношение творческих людей, в том числе к творчеству, потому что на каком-то этапе все равно эго может перевешивать, и хочется себя, свою уникальность как-то проявить, подчеркнуть, понимаешь, как бы показать, что я выше там других каких-то, вот, хотя механизм один и тот же, поэтому, то есть богема в этом процессе участвует, в том числе в создании некого образа себя, какой-то там неприступный, недоступный где-то, вот, хотя в последнее время тенденции в этом плане такие, что большинство людей начинает понимать то, что механизм творчества универсальный, и они доступны каждому. То, что способен каждый человек, но ключом является выход за рамки себя. Mm-hmm. То есть диалог – это ключ к творчеству. Но взаимодействие не равно взаимосодействию. Поэтому… Взаимодействие не равно взаимосодействию. Да. Ну, мы можем взаимодействовать, мы в поезде метро едем, там рядом люди, понял, там да. Взаимодействуем. А вот люди, которые взаимосодействуют, они, может быть, разнесены в пространстве и времени, но у нас общие цели и прозрачные информационные потоки. Угу. И вот это стоит за тем, что нас привело в сообщество, в организации создания каких-то сложных систем, машин. То есть это то, что проявляет себя через нас. Если вот прямо сейчас, те, кто нас смотрит, прямо сейчас нужно что-то предпринять в жизни. Ну, вот, тяжело очень, прямо сложно вообще. Можно просто в себя погрузиться и как бы, что я чувствую, где, да, что за этим лежит. Правильно понимаю? Как умеет? Вот смотри, это процесс размышления. А если мы говорим про практику молчания, этот процесс для себя как практика молчания в свое время осознал. Он для меня, знаешь, как окончание препирательства с миром, воспринять его. Вот очень сложно это было. Вот. Но я для себя, самое главное, у меня это сгенерировалось как практика молчания. То есть я в этот момент, я вот позволяю миру течь. Проистекать и себе как часть этого мира. Поэтому я не начинаю задумываться, я ничего не ищу, то есть я не пытаюсь сконцентрироваться на каких-то ощущениях или на чувствах там. Ну, если я сконцентрировался или задумался, окей, как бы, но я не продолжаю задумываться или концентрироваться, не в этом у меня цель. Но как бы это, знаешь, как это подготовительная фаза к тому, чтобы все-таки выйти в контакт. Вот был год назад, целый год, посвященный борьбе с депрессией. Всемирное организация здравоохранения проводила год. И слоган вот этого года, он был очень простой. «Давай поговорим», назывался. Вот, да, то есть вот один простой разговор, вот и выход. Вот, понимаешь, я в себе нахожусь бесконечно. Я могу, конечно, тренировать метапозицию, но я очень сильно ограничен своими предыдущими настройками и убеждениями. Можно пытаться обыграть себя, но опыт показывает, что ты себя обыграешь. Да, спасибо. Понимаешь, поэтому вот, когда ты делаешь шаг навстречу, значит, к себе другому, вот, это тебя делает ближе к себе самому. Поэтому здесь вот как ни крути, значит, весь подготовительный этап на том, чтобы успокоиться, осознать себя, принять, вот, сказать, что да, я весь неправильный. Вот, но как бы надо делать шаг это навстречу. Например, тебе сегодня уходить из этого мира, что для тебя ценное, чтобы ты, например, самое важное вот мог бы передать своим, например, детям? А, ну это вот все, что мы, о чем мы говорили. Это вот да, но я имею в виду как бы вот выделить одну какую-то главную ценность для тебя самую. Квинтэссенция вообще всего. Я бы, наверное, сказал, ты знаешь, ну, есть много слов, которые бы я бы там сейчас бы хотел сказать, да, там и про любовь, и про отношения, и про все остальное. Вот. Я бы, наверное, все-таки бы сказал бы, что нет этого,
что нет такой вот квинтэссенции, что мир все-таки целостный, что нельзя его взять и разделить вот, и выделить нечто такое, что вот было бы важным. Там. Круто, ты все развинтил. Красиво. Спасибо. Нет, спасибо большое. Да, но я еще не все. Подожди. Мне что-то тебе хочется спросить, знаешь, а у тебя... А ты можешь какую-нибудь, не знаю, там, книгу любимую выделить или две, там, фильм какой-то? Вот то, что тебя какие-то этапы жизни сильное впечатление произвело? То, что для тебя важно? Да, книга, значит, несколько книг, во-первых, ценных таких. Первый — это «Биоцентризм». Роберт Ланц написал, такой очень известный. «Биоцентризм». Клеточный биолог, да, классный вот коллега мой. Он занимался регенеративной медициной, клетками, восстановлением сетчатки, клонированием разных клеточек животных. И вот он в центр модели такой физической реальности, он ставит наблюдателя, живую систему, и из этого разворачивает, что очень интересно. Потом эта книга, связанная одной сетью, в русском языке она переведена, на английском более точно, «Connected» называется. Николас Кристакис написал, он раньше руководил в Гарварде в лаборатории природы человека, сейчас в Йельский институт перешел, университет, институт сетей возглавил, сетевых наук. Он показал то, что все, что мы думаем, делаем, зависит от людей, которые нас окружают. То есть это он доказал как феномен. У него есть же замечательная книга, современная, вот в этом году вышла, «Блюпринт» называется, отпечаток. Вот он анализирует как раз корни традиций, культур, морали и вообще положительного общества, которое способствует развить человека, что эволюционный характер они носят. Вот. Подобное где-то по смыслу 2011 года, прекрасная книга Мартина Новака, «Суперкооператорс» называется. «Суперкооператоры». Мартин Новак — это один из ведущих ученых в мире, он входит, наверное, в топ-50 примерно. Вот. Он руководит в Гарвардском университете группой эволюционной динамики, профессор биологии и математики. И вот он описывает, что человек — это суперкооператор. И как вот мы в эволюции созрели. Такая блестящая книга. Потом, ну, прекрасная книга «Куда бы ты ни шел, ты уже там». Да. Джон Кабадзин, вот, замечательный совершенно. Да, вот, да, «Дзен», да. Я очень люблю читать. Особенно вот у меня есть друг Бронислав Виногродский. Да, он прекрасный тоже перевод сделал. Я считаю, что это один из лучших просто жемчужин, вот, и особенно с его вкраплениями такими удивительными. Вот. С точки зрения фильмов, мне очень нравится фильм «Револьвер». Это просто безумно крутой фильм с гигантским количеством смыслов, там, поток всего. Я его смотрел раз 15, и это вообще чудо всегда. Часто звучит в наших проектах этот фильм, да. Потрясающе абсолютно. Вот. Конечно, это «Облачный атлас», тоже абсолютно удивительный фильм. Вот. Он очень четко показывает эти функциональные поля системы, как что все взаимосвязано. Взаимозависимые связи. Да, это очень четко прям все. Прям. Такие безумные. Ну, это, наверное, основные такие вот. Но есть еще один прекрасный волшебный фильм. Это фильм скорее «Переживания». И вообще режиссер, который его снял, я его очень рекомендую, но это не для всех, как бы, да. То есть, это, если, допустим, «Револьвер» еще люди могут как боевик воспринять, это может там возбуждать и интерес рождать, то фильмы Терренса Малика — это фильм «Переживания». Да, да, и мой тоже, да. Но у тебя вот, какой фильм? Ну, «Древо жизни», например. Вот потом недавно он про музыкантов снял, тоже про отношения просто. Но «Древо жизни», вот если вдруг не смотрели, я прям вообще это серьезная история очень, да. Это фильм «Переживания», он очень глубокий, он прям про смысл жизни, про предназначение тоже, про то, как из чего исходит, и про любовь в конечном итоге, про такую глубинную настоящую. Ну, вот, наверное, это основное. Вот. Слушай, ну, я тебе хочу верды сказать, что как киношник, что из фильмов Терренса Малика, которые я на них просто, вот, не знаю, с момента того опыта околосмертного, я смотрю Малика, и «Тонкая красная линия» — это вообще, то есть он для меня ничуть не меньше, чем «Древо жизни», посмотри. Все, это я, да, запомнил. Да, мы с супругой тоже это все время смотрим. Это фильм «Фонтан» смотрел? «Фонтан», вот, знаешь, несколько раз начинал, мы что-то не доходили дошло. Руки, да. Нет, не, почему, где-то близко все, это уже очень близко по ощущениям с Терренсом, тем же Маликом. Да, да, это вообще мой опыт, вот тот умиранческий, это просто, я когда посмотрел, это прям вот вообще вот так. Да, да, да. Не, у меня он в библиотеке есть, все, я просто, знаешь, как бывает такое, знаешь, еще оставил такую вишенку на торте, на самое вкусное. Благодарим, Дима. Спасибо сегодня большое. У нас был такой большой, красивый диалог киношный, предназначенческий.